Приятный подарок для жителей столицы. Более сотни новых деревьев посадили в парке Акигёль. Там прошла акция по озеленению сквера. К ней мог присоединиться каждый желающий. Для этого необходимо было просто приобрести именной сертификат. За процессом наблюдала Сакинат Малаева. Организаторы акции – студенты Института экологии. Ребята придумали схему продажи именных сертификатов. Так любой желающий мог за небольшую сумму приобрести дерево и посадить. На вырученные деньги приобрели рабочий инвентарь, материал для посадки и чернозем. Саженцы решили распределить вдоль периметра парка. Сегодня этот проект реализуется благодаря большому количеству усилий всех горожан и жителей города. Мы проявили инициативу и решили создать такой проект, то есть по озеленению города, и донести до людей информацию о том, что озеленять должен не только горзеленхоз и администрация города, то есть они тоже должны вовлекаться в этот процесс. Мало посадить дерево, надо за ним еще и ухаживать. Об этом уже сейчас задумался директор парка Багаудин Гаджиев. У нас по штату есть садовники, которые будут ухаживать, поливать неделю 2-3 раза. И наладим поливную систему, проложим сюда шланги. Именных деревьев всего около 200 штук. Из них в парке останутся ровно половина. Остальные саженцы будут высажены на территории пансионата «Ветеран». На этом акция «Посади дерево» не завершается. Продолжит благое дело студенты Института экологии собираются осенью. Сакинат Малаева, Ибрагим Магомедов. Время новостей.